Всем привет, дорогие друзья и подписчики моего YouTube канала. С вами Артём, и мы продолжаем играть в Hard World на новом сервере. Сервер называется Hard 4, польский X3, в общем. Да, это Item V2-шный сервер. Мы тут, в общем, побегали, полутались, немного пофайтились, убили. Короче, за чувака хату отобрали случайно. Это реально произошло случайно. Вот, нашли с него как раз, подняли там, ну, там разные ресы. Побежали на РТшку, убили чмошника какого-то. Опа, я мерзну. Так, начнем. В смысле? А, блин, гребаная перезарядка. Минус заяц. Вот. Едьте. Так. А, вижу. Вижу. Он просто белый, сливается. Так, тут мясо мороженое. Блин. И все. Ладно, мне 4 минуты. Я думаю, мы успеем. О, слева еще один. Понеслась. Это вертолет. О, самолет летит. Минус один. Второй бежит. Блин, перезарядка гребаная. Что у меня кончились? Три выстрела, и он труп. Так, у меня 18 шкур. 18. Так, ну не знаю, хватит на пухан или нет. Ладно, погнали дальше, пока. Как только... Вот у меня сейчас защита от холода, по идее. Защита от холода 119. А мне как бы... Я вообще не мерзну. Да фак, йоу. Так, ладно. Что странно. Я сейчас попробую отъесться ледяным мясом. Гипотермия. О, меня урон уже бьет. Ни хрена себе. Не надо было жрать мороженое мясо. Да, меня урон бьет от холода. Ну, ставь себе. Не, а у меня не поможет, у меня баф накинут. Кстати, вон синька. Оу. Кастик надо ставить. Мы оба снайпера. Блин, не успел. Так, радиация херачит, смотри. Жестко. Но у меня есть супер синяя кирка. Реально, кирка здесь вообще улетная. Так, 6 синьки. Не, у меня все. Этот, в плане, отошло. Так, ты себе забрал. Че там, 6? 3 штучки. 3, ёб твою за ногу. Так, интересно. Да ё-моё. Минус. Зайцев выпадает здесь, кроме янтаря. Не, янтарь и мясо выпадает только. Блин, короче, да, мы тут немного... Куда ты собрался? Немного полутались, пофайтились. Ну, мы случайно одного чувака убили. Вообще, это было случайно, реально. Так, сейчас я костер сделаю. А тебе... Когда? Ну вот, помнишь, мы на РТшку побежали и минусанули чувака? А-а-а. Вот, ну, случайно. Ну, мы не знали вообще, что за дела. Так, скорость перезарядки. Давай на, не знаю, на М-ку поставлю себе скорость перезарядки. Так, тут всякие детальки нашли, вон движок на тачку, стандартный, кстати. Мощность двигателя 150, потребление топлива 250, вес 80. Едьте. Так. Стоп. Хе-хе. Блин, что-то у меня мышка дергается. Хедшот. Ну, ты пытался, маленький глупый Йети. Да, сегодня вот сейчас побегаем по зиме. Не знаю, на рейд у нас хватит. Мы набрали красных сишек. Но они что-то, короче, вообще не канают. Они... Ну, наверное. О, опять я замерзаю 5 минут. Короче, с них падает... Ну да, это надо... Ну, стоп, сколько у тебя защиты от холода? У меня 110. Давай сейчас это пожрём, я жарить хочу. А, ну ешь, да. У меня нету. Пропиши какой-нибудь кит, наверное. У меня хавки вообще нет. Я сейчас попытаюсь до РТшки добежать, лутануть ее. Авось прокатит. Ты стреляешь. Да. Так, и, естественно, синька нам нужна. Еще бы нам хорошо построить себе эти. Дрельку для добычи железа. Потому что здесь, короче, ребят. Стоп, я кого-то вижу. Вижу тело вижу. Я тоже костра. А, да. А я думал, ты где-то рядом со мной бежишь. Я уже... Тэпайся на хату.
только не говоришь, что ты не... Не могу, забыл. А, да. У Мишки какая-то там херня происходит. Он, короче, не может поставить ТП. Этот, хом поставить на хате. А, РТшки, кстати, все одинаковые. Обида. Блин, что делать? Тэпайся на меня тогда. Не, вот меня сейчас, да, был еще пожар. А, все, окей. Если что, тэпнешься на меня. Да, мы тут немножко, вон, пушек себе набрали. На РТшка, кстати, неплохо. Сегодня нашел слона. Ну, снайперскую винтовку. И, опа, я бронежилет нашел. Боевой жилет, просто охереть. Уже за это, закрепленный. Кстати, я хотел проверить, а если я боевой жилет одену на вторую позицию? Мать твою, я в боевом жилете. Нифига тут время еще показывает, да, видел, когда жарится. Стоп, погоди, да это я знаю. Короче, боевой жилет, блин, пришлось снять, потому что он на другой позиции стоял. То есть, ну, помнишь, вторая эта хрень? Сейчас я прочекаю. Но... Боевой жилет, защита от жары он дает только. Нет, защита от жары мне нахрен не нужна. В общем, я на вторую поставил, у меня куртка слетела, а остался жилет. Я переключился на первую, а, короче, жилет все равно остался висеть на мне. Странные херы. Ну, мы с этим еще не разобрались. Кто знает... Желает разобраться, что с этим розовым. Да, кто знает, напишите в комментах. Я буду очень рад этому. Так, вижу еще одного йети, двух. Ну ладно, я пока что полутаюсь. Блин, мать твою, один ящик только. Вы чё? Правда, тут все везде валяет. Ё-моё, он рыкнул на меня. Хотя я нахожусь очень далеко от него. Да, нам надо сейчас тогда, получается, куртки зимние. Ну а чё я делаю? Нахрена мне РТ? Я сейчас тогда йети буду минусовать. А, да, перезарядить сначала. Три выстрела вроде ему надо в хэт. О, шкура, неплохо. Так, еще двенашка. Это у тебя? А, это у меня радиация. Странно. Так, я сейчас от холода умирать начну. Да, жалко, что он на РТшке тебя не спасет ничего. Ну, то есть... Костра какого-нибудь. Да ё-моё, что это за... О, я оптический прицел нашел на... И модернизацию какой-то фрагмент. Ты большой уже РТшки, да? Да, я уже на здоровый бегаю. О, еще одна эмочка. Братан, я тебе эмку нашел. Так, все. Я так умираю, правда? Ну, сейчас я на хом слетаю, и мне отогреет. Так, там еще один... Подожди, может, меняете сишку, да, на подвозу? Да зачем она, блин, я вообще не знаю, в ее прикол. Подожди, ну ты же не знаешь, а вдруг она какая-то важная. Да ни хрена, на дом она не ставится, на тачку она не ставится. Есть только корпуса тачки взрывать. А, точнее, тачки собранные взрывать. Не, я сейчас сдохну, я не успею тебя. Да, и каждый раз, когда вы тэпаетесь на хату, вы не можете вот так вот двигаться и показываете факушку. Ну, пробегись по РТ, попытайся залутать, а я сейчас скрафчу, не знаю, кухан. Я не улетаю! А, потому что урон получаешь. Да, 23 секунды, где ты? Я сейчас сдох. На дороге. А, я не знаю, я с РТшки выбегаю. Выбегай на дорогу. Я не знаю, где дорога. А-а-а. Я, короче, ускал. Слышал звук? Нет. Слышал звук? А-а-а. Шикарно. Все, я сдохну а сейчас. А ты не говоришь, не знаешь, где... А, ну, короче, смотри, беги к РТшке и увидишь мой труп. Я уже на РТшке. А, так, постель. Ты куда-то заходил? Нет, я перед РТшкой, где мы едете, минусанули. А, я у большой РТшки. Так я... Стоп, подожди. Я сам у большой РТшки... А, я у более маленькой РТшки. Давай, я на тебя ТП-щи кину. Не знаю, протяну сколько-нибудь. А, да, секунда одна. Блин, вот это меня не порадовало. Принимай. То есть из-за получения урона тэпнуться нельзя? Вообще изи. А в этот раз я же так же сдох. Когда я умирал от холода. Так, возьму с собой аптечку. Блин, и надо еще заклеймить все оружие, ё-моё. Если... Так, стоп, где мы? А, нет, мне обратно. Мой... Тебе вон туда, видать. Вот да я знаю, я бегу как раз туда. Дайте интарь. А янтарь, да, не думаю. На серию человек 6, ну, авось прокатит.
Доте возле суд стоял тяжело. А, не, я на той РТшке был, я там залутал ее. Лутай тогда эту, я пойду сейчас. Скинь мне шкуры. Ты домой полетел? Да. Только не все, только шкуры, потому что... А, сишку еще, ну ладно, у меня место есть. Все, а я у меня просто там почти фул. Блин, 70 секунд, я походу не улечу домой. Слушай, это как-то тупо. Если я буду умирать из-за получаемого урона, то я сейчас домой улететь не смогу. И опять сдохну. Блинский, блин. Костер по дороге будет. Я и не добегу даже до костра. Я не понимаю, почему мне... Может, я как-то баф юзну где-нибудь? Там меня попадали же, нет? Да, какой-то такой прям плюс 100. Ну посмотри, сколько у тебя защита холода на тап и статистику. Так, защита от холода 139. А, у меня 119. Ну не знаю. Такая маленькая разница. Во, событие в городе, выиграл игрок. Так, я пока свой ящик не вижу. А, вижу ящик. Блин, если я сейчас сдохну, у меня вообще все слетит. Я еще надеяться буду, что там костер смогу скрафтить. Ну куда ж без синьки-то еще, да? 8 секунд. Ну, если я костер скрафчу, вообще будет шикарно. Так, давай. А, взять все. Так, костер, ремесло. Да, yes. Так, давай, отмерзай. И на хом погнали. Все. Тут же двигатель козла нашел. Хом 1, 10 секунд. Все. Так, значит, темка, оптический прицел. Не на нее, а на что оптический прицел тогда? О, я на берету оптический прицел нашел, братан. Точнее, коллиматорный. А, нет, оптический, все. Нет, это коллиматорный. Так, 170 железа. Блин, меня еще напрягает то, что нам надо будет скрафтить еще один верстак, чтобы... Во, военная куртка. Да? Да. А нет, снежная рубашка. Так, шкуры. Значит, синька нужна будет. Янтарь. Сухожилия. Сухожилия животных где? У меня нет сухожилия животных? Хм, странно. Так, ну у нас вот тут есть. Кстати, мало. Так, и синька. Синька у нас вроде есть, да. 20. Все, зимняя куртка. Сколько у меня теперь по статистике? У меня 117. Ага! Чего? В смысле? Сколько защиты от холода идет на зимней куртке? Защита от холода 75. Че, издеваетесь, что ли? Я все равно буду дохнуть? Да твою мать, а? Че за дичь, блин? Вот это мне... Туда я одел, в тот слот. Да. В тот. Кстати. Я кое-что хотел проверить. Такой вот прикол. Если это здесь заработает, то мы с тобой, братан, сейчас будем вообще шикарны. Так, нет, не работает. Я хотел второй рюкзак одеть. Схитрить, скажем так, немножко. Так, вот еще одна пушка. Жилет. И надо заклеймить все, что у меня, мать твою, есть. Но заклеймить не получится. Во, так. Правда, янтарь тратится дико. Хотя она, в принципе, не так уж и дико. Чего? Ну, я в точке упал. Блин, я ж испугался. Ты меня так напугал. Я думал, а! Что с тобой произошло? Так, где-то тут... А, тут вот можно сныкать как раз-таки движки. Коллиматорный прицел не отсюда. И хз, вообще, как нам тут быть дальше? Так, короче, смотри, я тебе прицел скину давай куда-нибудь. Так, у нас вот эти сишки непонятные есть. Два детончика. Основка для дрели. Ну и так по хламу. Так, еще мы дрели. Скорость перезарядки. Ну давай вот поставим на автомат еще. Летит птица. Счастье. Так, баллончики с краской. Ну пока оставим, хотя тачки у нас до сих пор нету. Ну а вдруг появится. Так, и шкуры вот сюда скинем. Шкуры. Кремний в жопу не нужен. Кремний одного стака хватит. Нам на долгие времена. Так, это не отсюда, вот это. Так, это не отсюда. Ага, вот это и все. Доски, материалы я сложу в отдельный ящик. Для тачки я... Да, кстати, тут еще вот такой прикол. Можно так взять, да, и в печку перейти. Вообще изи.
Нет, эта штука меня радует. Так. Сейчас. Ладно, пока скину сюда краснуху. А янтарь закинем пока вот сюда. Смотри, короче, для пистолета можешь одеть себе. Я скинул модернизацию в какой-то шкафчик. Ага, вот, для модернизации, где у нас все лежит. И оружие. Только он почти фульный, кстати, шкаф. Я с собой костер возьму, на всякий пожарный. Так, у нас еще немного жира. Мы, кстати, можем сишки скрафтить, но нам надо еще детонов, ребят. Так, ну че, мать твою... Стоп, ладно, сколько стоит ушанку скрафтить? Я просто так не играю. Так, ушанка. Ушанка крафтится из шапки. Нас вроде на шапку тоже надо сначала шапку скрафтить. Просто я в зиме так не протяну. Совсем. Так, железо. Вот это и вот это. Так, а здесь нужно вот это, немножко янтаря и немножко вот этого. Я единственное, что... А, синька точнее надо еще. Единственное, что думаю, это... Блин. Чего не хватает? А, янтаря. Это этот, как его? Штаны. Более теплые штаны. Во, теплые штаны, да? Чего они дают? Защита от холода 42. Вот, только теплые штаны, если еще скрафтить. Может, эти прокатят мне? Кстати, они крафтятся из обычных шкур. Что вообще шикарно. Так, это не надо. Вот это, сухожилия. И нужны эти. О, как раз 5. Как-то... Подожди, у тебя же топовые штаны? Ну, синие такие, да? Да, я не помню. Ну, ты можешь на... У меня 129 сейчас защита от холода. А у тебя сколько? У тебя 130 сейчас. 139. Охренеть, я не знаю, какие ты на себя бафы накинул. Так, это еще... Ну ладно, я шапку пока не одел. Так, стоп. Где там? Я там еще шапку на себя не одел. Так, а теперь... 172. Ну, как-то так. Так, пока вот это вот так сделаю, а вот это вот так. Все. Тебе стрелы нужны? Там возьми, если что. Да я уже не дома, я бегу быстро за своим лотом 6 минут. А, 6 минут? Так, ладно, я пока не знаю, что мне делать. В КП я там сдохнул. Кстати, там на РТшке в обычном КП. В зиму пошли этот лутать, синьку. А, да. Ну, синьку там, кожу. Ну да, это нам все надо. Принимай ТП. Вот сейчас я вот в полном обмундировании. Сейчас посмотрим, как я сейчас... О! А, блин. Смотрите, не попрыгать нельзя, не присесть. А, нет, у тебя серые штаны. Да мать твою, что за хрень? Как я умираю так? То ли из-за каски, то, что она мне защиту от жара. Я не знаю, из-за чего я умирал. А, у тебя еще маска. Оленя, блин. Но я думаю, сомневаюсь, что она дает тебе прям столько много защиты. От холода. Да, правда, еды нам сейчас надо. Блин, это вот надо на каждый рейд отъедаться прям. Потому что по-другому никак. Тебе стрелы дать? Если... Все, давай добежим сначала. Просто не могу останавливаться. 4 минуты. Ну давай, давай. Там розовый кабан стоит. Я не вижу. Ну вот, по праву от меня. Вот, возле домика. А, вижу. Ладно, я хрюшку эту замесю. Минус. Так, с него упал детали на фрагмент там прокачки автомобиля, короче, двигатель или еще чего. Тут еще серый со скотч стоит. Серый со скотч? А, да, кстати, шкур тоже нету серого. Я... Вот прям беги, куда я бежал прямо. Я тебя вижу. На левую сторону он был. А, вижу. Раз, чекалду. Раз, чекалду. Два. Два. Баиньки. Из него выпал жир и янтарь, блин. Уродливая тварина. Да, здесь еще, кстати, ребят пишут, кто из какой страны подсоединился. Вот этот плюс. Ну нет, этот сервак мы юзать точно будем. Прям по-любому. Потому что он неплох. С детончиками 2 пока. Но я думаю, если мы кого-то рыданем, то есть шанс окупиться.
есть шанс окупиться. Правда, 7 дней всего вайп. То есть я как бы физически смогу попасть только на 4 дня игры. Ну, и то, в лучшем случае, все зависит от того, как 2 через 2 работа будет. Хотя, скорее всего, с 25 января у нас на работе, короче, сказали такую фишку, что половина народу с линии отправят в отпуск, а половина останется на ТО и на подсчет тех потерь. Вот, так что хрен его знает, как пойдет. Может быть, я буду в числе тех, кого отправят домой, и тогда мы сможем более-менее еще побольше поснимать контента. Нет, тебя никогда не видел. Да не, почему? Мне уже прокатило один раз с увольнением, так что... Так что все нормально. И то даже, там только мне вроде как премии лишат половину, и все. Ну, не страшно, в общем, херня полная. А так могли бы турнуть нахрен за такой косяк. А так вроде прокатило. Так, я, давай, короче, беги до зимы. Тебе вообще пофиг на все. Это я могу сдохнуть от любого тычка. Опять сишка. Ну ты, бля, успей, не успей. Да успеешь, не ссы. Красная сишка опять. Задрала мне. И бенз, блин, один. Красные сишки и бенз. Вообще говно они вот. Напишите, пожалуйста, в комментах. Ага, краска. И для чего эти гребаные красные сишки? Я думаю, что машину взорвать, потому что там на ней написано, типа, машина один из... Так, колесо. Колесо. Да, кстати, ты был прав. Ящик не безвыходное положение. Можно спокойно это упасть и даже урон не получишь. Так, наверху ни черта, а вон с той стороны я видел еще ящик. Да. Так, ночь здесь, конечно, очень жесткая. Ну, о, еще движок зеленый нашел и какой-то фрагмент зеленый. Ночь тут жестко, ну то есть вам вообще ни черта не видно, а я вижу только чуть-чуть. Так, колесо, давайте-ка посмотрим, на что я могу прицепить вот это. Скорость перерисовки какая-то скорость. И веш... Я мерзнуть начал, ты прикинь. Да, это походу вот у меня поганулось в тот раз. А, то, что я типа перерисовки скорость, не знаю, что это такое. Вот, и все, теперь ты еще мерзнуть будешь. То есть у тебя тупо баг был, ты не мерз. Когда ты мерз, я не мерз. Вот, а, в этом, в обычном биоме. А сейчас, то есть у меня был баг в тот момент. Сработал, а сейчас у тебя он сработал перед тем, как мы туда в зиму пошли. То есть вот я в зимней куртке, в зимней шапке. И вот я, скорее всего, мерзнуть не буду. А у тебя есть вероятность того, что ты сейчас прям... Ты к зиме бежишь? Не беги к зиме, пожалуйста. Не бежать? Я пока не бегу. Я пока РТ лутаю, мимо которого мы, мать твою... Прими, я не смогу, короче, собрать, тут 6 секунд осталось. Типа... Да без проблем, братан. Давай. Только не сдохни. Да я знаю, у меня потом сейчас ничего не заклеим именно. А-а-а! Только ресурс, брат. Аккуратненько. Что есть янтарь? Янтаря 18. Я заклеймлюсь. На, заклейми, что сможешь. Ну, РТшки, да, так, неплохо можно, ребят, налутать себе тут ресы всяких. Ну, патрончики, всякий хлам для тачек, если так подумать. Ну, патрики на берету. Ну, и такое себе всякое. Там ящик есть один, но я вот хз когда не достать. Он там за забором вообще на ящике, на который я не представляю, как можно запрыгнуть. Хотя сила моего воображения велика, но все равно в душе не парю. Так, а что там внутри, кстати, стоит? А, квадрик. Вот я пробовал на него сишку ставить, но она, короче, не ставится. Вот. И, короче, как-то мне надо вон к тому ящику запрыгнуть. Но я сомневаюсь, что как-то это можно сделать вообще. Хотя у меня мысль появилась, как до того ящика достать. Есть одна мысля. И она кажется верная. С богом. Да, детка, я был прав. Мне повезло. Мать твою, ради 7 бенза рисковал сломанными ногами. Благо, здесь есть аптечки. Так, вот, давайте сишку проверим. Нет, машина одна.
Я не знаю как. О, таймер можно запустить. Кстати, я же движок нашел. Слушай, движок на квадр, блин. Это я. Ой, блин, панельку открыл. Движок-то реально квадр был. Да, еще на этом серваке, ребят, вы, конечно же, очень сильно захотите, мать твою, жрать. Поэтому, да, еда здесь один из основных ресурсов, походу. Потому что... Ну, тяжко с едой здесь. И живки никакой нету. Так, в зиму мы сейчас, конечно же, не пойдем. Потому что нам там ГГ будем. А? Че это такое? Меня второй раз кабан здесь напугал, я чуть штаны не наложил. Он, короче, вылез из руды. Я прям так пересрал, блин. Просто, да, стоите, пытаетесь руду добыть, и тут он, короче, в руде респаунится. Он вообще колбасит. И прям на тебя выпрыгивает. Блин, это такая жесть была. Блин, не. Так, о, харкалочка. Я, конечно, знаю, что с нее не выпадет ничего интересного. Сколько тебе янтаря еще надо? Да зафига. Ну, у меня есть, еще я налутал. Давай еще вот эти руды все добудем, как раз тебе еще поднимем янтаря. Ну вот, я же говорю сразу. У меня, походу, скорость добычи увеличена из-за тех бафов, которые я находил, а не из-за синикерки. Три фрагмента в расстоянии движения. Походу, ускорение движения нашел. Еще здесь, кстати, очень быстрый респаун руды. То есть вот мы сейчас на поляне видим вон кабана и железо вон там, вон, которое мы уже добыли. То есть, ну, с РТ такой фигни нету, то есть только с рудой и с животными. Да, они появляются очень быстро. И это плюс. Так, я набрал янтаря. Давай сейчас мы тебя отдадим. Да, кстати, от третьего лица тоже неплохо целится. Ой-ой. Ну, мне от первого больше. О, красный пакет нашел. Так, но фрагмент регенерации здоровья. Неплохая штука. Но хз, как он работает, потому что он ни на чем мне не вешается. А, не, на штаны, на зимние вешается, прикинь. Так, один. На куртку. И на шапку. У меня теперь 4,5 регенерация здоровья. Хм, неплохо. Жалко, я мясо... А, я мясо нашел, кстати, еще. Надо пожрать немного. Подпрыгни. Ага, все. О, розовая свинка. Розовая свинка. Вертолет летит. Ой, самолет летит. Так, еще какая-то модернизация. Надеюсь, ты еще нам сбросишь, да? Твою ж мать, а. Не... О! Железо отреспаунилось уже. То есть вот это тут меня радует. Да, я, скорее всего, скорость добычи себе прокачал. Как-то. Кстати, я сейчас зайду... О, блин, еще железо. Да, то есть как бы с лутом здесь проблем нет. Базовый себе зафигарите на раз-два. Так, сейчас я в настройках посмотрю. Что-нибудь усиленное. Время респауна. А, вот, 160. Защита от токсинов. 20 шанс критического. Серьезно. Сильная сила урона. Радиационная защита 180. И все равно мне при 180. Это свитки, короче, можно вот взять, да, и переименовать ствол, например. Например, не знаю. Гасилка. Ну, такое себе. Так, еще три артефакта. Скорость... А, вот я не знаю, что это за скорость... Я его на лук вешаю, все. У меня, короче, на луке скорость ограничения. Не знаю, что это такое. Так, сейчас попробуем. А, это, скорее всего, этот, натяжение лука. Перевод просто уродский. Ладно, ребят, мы сейчас, есть что-нибудь интересненькое, сейчас что-нибудь поищем. Может, попытаемся... О, я метеорит, я аирдроп вижу. Только... Да, я знаю, он там наверху, он туда не залег.
Почему? Он на РТ? Да. Да? Сейчас залезем. На каком РТ? На горе, блядь. Ну давай погнали на гору. Молот есть? Да, в жопу. Да, нет, нет. А вдруг там сишка будет? Там, ну, в тот раз, да, там, конечно, говно было. Ну там рандом на рандом. Мне в тот раз оттуда выпало что-то доски и бетон на каком-то серваке, а со второго залутал 2 стака патронов. Ну, там просто стоял такой X, там был вроде X100. Поэтому вот так вот мы залутали себе. Неплохо. Ну, конечно, я не помню, видос. А, видос, да, был как раз по нему. А где он? А, вижу, вижу, вижу. Может, он не на горе на самой? Может, туда залезть можно? Или ты же там был? Не был, он просто далеко бежит. Ну, я рискну, пожалуй. Короче, домой лететь я почти фульный, и надо по хапке найти что-нибудь. Потому что других вариантов нету. Жапан. Я буду надеяться, что я до него долезу. А молот у меня, кстати, нет. И ресов на пристройку. Хотя, мне кажется, я смогу, может, скрафтить. Так, но он не на клановой территории валяется. Срочно на хом лететь. А так хотя бы железо поддобуду. Он, тем более, я помню, он долго вроде висел-то в воздухе в тот раз. Возьму на всякий пожарный эмочку. А то вдруг сейчас какой-нибудь сюрприз там выпрыгнет на меня. Ну, я могу на хом улететь, прикинь. То есть ты сейчас на хом? Если баг какой-то был. Ну вот, то есть какой хом? Ты, мне кажется, там все 5 прописал. Да, 1. А почему ты понял, что ты можешь на хом улететь? Просто. Просто прописал хом 1? И я уже дома. Ну вот, зашибись теперь тебя. А я тут немного заблудился. С этим гребаным аирдропом. Блин, он со скал соскальзывает вообще. Здесь вот этот мне не нравится. Надеюсь, когда его перезальют, будет все нормально. Мне кажется, я смогу залезть на аирдроп, но... Странные чувства. Так, во, я его вижу. Надеюсь, получится. Если получится, посмотрим, что найду. У меня место как раз есть в инвентаре. Я хочу найти там мод на лук. Вот это, да, спокойно, мне кажется. Да? Да? Нет, мать твою, нет! Так, стоп. Старая умная... Это, мудрость. Делайте верстаки. Так, сейчас. Какая же жесть, а? Вот надо с собой молот таскать, реально. Все, мать твою, он исчез. Блин. Я тебе о чем и говорил, ты пока добежал. Да я добежал до него, у меня молота не было. Я, кстати, хат нашел парочку. Так, сейчас. Одну, две хаты, одна зарейженная, одна стоит. И все вот эти деревья и кусты еще не прорисовались, ребят. Хотя дальность прорисовки у меня стоит максимальная. Да, так. Я, короче, сейчас выйду. Куда? Попозже зайду. А, да я, в принципе, тоже сейчас собираюсь выходить. Ты надолго? Я не знаю, где-то на часика 2. Мне похавать надо, да и там хорошо. Еще дела. Ты через сколько? Во сколько зайдешь? Ну, так же. Ну все, давай тогда. Сколько сейчас время? Ну, почти 4. Давай тогда. Вау, дверка хлопнула жестко сейчас. А, не, погоди, это все прорисовалось у меня так? Я тогда застрою. Да, давай, застраиваю. Я сейчас на хом тогда улечу. Ну, в принципе, где-нибудь мы в 6 часов посмотрим по онлайну, что будет. А. Ни хрена себе. А выстрел-то громкий. В смысле? У меня стрелы кончились. Точнее, патроны. Ё-моё, жесть. Патроны резко кончились прям. И долбёхи слышу. Нашел хату с долбёхами. Отлично. Угу, можно будет попытаться зарейдить. Но, правда, у нас всего 2 сихи, так что... И белую харкалку вижу. Ой, какая прелесть ты сегодня, а?
Стоп. И Sasquatch. Что-то я не понял прикола. Ну да, тупо было бы взять и зайти. Кстати, иногда в верстаке могут какие-то придурки что-то оставить. Было, уже проходили. Давай. Минусанул ее. Е-бой. И еще регенерацию получил. Так, сейчас еще со скотчем минусануть надо. Блин, слушайте, неплохо. А где я вообще нахожусь-то? А, понятно. И РТ-шка здоровая. Так, ну сначала Sasquatch. Оу! Свининка, блин. Так, ладно. О, шкуры, неплохо. Что там у меня написали, инвентарь полон? А, инвентарь полон, ё-моё. Так, в жопу эти колеса. Да, вот мне рад, что все в виде объемное. Это меня прям рад. Пойдемте РТ-шку попытаемся лутануть. Именно попытаемся. Потому что есть вероятность, что мне... Твою мать, вот это халупа! Это, походу, клановый дом, ребят. Это, походу, огромный, мать его, клановый дом. Это, короче, клан, который держит вот эти все территории, походу. Я не знаю, как территории захватывать, так что... ХЗ вообще. Так, я болт нашел. Неплохо. Блин, вот это жесть. Кстати, я смогу вот так сделать? Нет, нет. Так я не смогу сделать. К сожалению. Так, давайте сначала территорию по периметру обыщем. А потом, так, выкинуть что-то надо. В жопу, в жопу. В жопу и в жопу. Это все хлам. Так, кстати, касочку вниз надо поставить. То есть здесь, короче, клан играет. Один, который захватил всю нахрен территорию сервера. Все территории. Я не знаю, они получают за это какой-то баф. Или что? Так, это у нас четверка отключился. Ну ладно, я доснимаю, потому что мне интересно. Да и вам хочется показать все. Да и самому, кстати, посмотреть. Потому что, ну реально, мы как-то играли только вот. Ну, может, раза два или три за все время, сколько я играю в харду, мы заходили на Итан. И все, и больше ни разу. Больше ни разу. Тем более там. Сейчас пока поем. Gymcast 4 серию закатаю одну. Авось. Ну, она меня радует, я прям жду. Чем же все, мать его, закончится. Да и плюс хочется посмотреть, какое там грозовое оружие нам в следующем дадут. Так, но по РТ пока все глухо. ПРТ все... А, во, ящички есть. Патры. Ну, патры, кстати, нужны. А эти патры одни на пистолет, другие на М-ку и на болт. Что вообще шикарно, потому что... Первое время вообще ничего не было. Но вот все время перезаряжать... Оружие, это вообще, кстати, тоже не гуд. Потому что каждый раз перед тем, как выстрелить, или просто с бега вот так вот, надо перезаряжать оружие. Ну, не дробовик. Дробовик или автомат перезаряжается автоматом после того, как вы берете его в руки. А вот со снайперской винтовкой немножко другая херня. Тут в плане того, что после каждого бега, то есть вот мы бежим, вот она перезаряжается. И либо у меня 308 закончились. Нет, не закончились, вот сейчас закончились. То есть вот, я беру дробовик, и он его перезаряжает. Я беру автомат, и он его не перезаряжает. То есть дробовик или слон, о. Ё-моё, ящички тут даже есть. А я думал, тут нет ящиков. Хм, теперь буду знать. Так, давай, еще одна аптечка. Ну, аптечек у нас много. Там в... аптечки здесь можно, кстати, китом прописывать. Но мы пока еще, ну вот я, лично я пока еще ни разу не прописывал аптечки. И вот эта здоровенная железная хибара. Хочу посмотреть, что это из себя вообще представляет. Но сначала отъесться надо. Так, я еще ящик вижу. Слушайте, хата реально здоровенная. Так, а вниз я каску поставлю пока. Я просто не знаю, слетит она мне с нижнего слота или нет. То есть, если она за... О, дитон, ёпта, охрененно. Так.
Не зря пошел дальше искать. Так, давайте-ка. О, еще ящичек. Ай, блин. Так, стоп. Надо как-то залезть наверх еще. Я просто в предвкушении всего остального. Вдруг еще что найдем. И сейчас отсюда тогда на хом полетим. Блин. Так, секунду. Ну, железный дом здоровый, конечно. Так, не, камень я оставлю. Вот это я выкину, и свитки я выкину. А это вот сюда. Так, кто там присоединился опять? Саня, Зузука. Ой, Зузука. Одиссей. Одного и того же человека назвал. А может и не Одиссей, фиг его знает. Кто это может быть? Так, ну ладно, до минус здорово мы потом разведаем. Так, надо на хом лететь. Да, надо лететь на хом. О, стоп. А, вон еще ящики. Блин, так хочется все полутать, ребят, если честно. Блин, серия уже 40 минут. Там метеориты падают. О, вот это самая забавная штука. Так, что это такое? Это я, походу, выкидывал. Здесь, короче, этот... Надо будет вот так... Слышно? Да, Одиссей, слышно тебя. Че у тебя там? Кстати, если не зайду, значит, что-то у меня с компом именно пиздец, не знаю. Да. В обычную ходу заходит, понял, а в эту... А в эту не заходит. Так, скорость передвижения можем накинуть себе. Так, скорость передвижения... О! Ладно. Так, все вроде... А, не, вон еще ящик. Короче, я сейчас еще детончик, сейчас я видосик снимаю, еще детончик нашел. Мишка вышел, мы, короче, договорились с ним через два... Мать твою, дробовик. Мы с ним договорились, типа, через два часа еще зайти. Так, я в жопу выкидываю эти сишки. Не знаю, полезны они или нет. Твою мать, ящик исчез. Ладно, все, я на хом полетел. Блин, ящик исчез с дробашом. Ну, в принципе, ладно, зато детон поднял. Неплохо. Так, все. Итого у нас 3 детона. Еще парочка уродских сишек, которых хз для чего нужны. Немного кентаря. Так, ай. Серьезно? У меня молота нету. Так, пара... Блин, слушайте, а тут вообще жесть. Так, давайте тогда вот так перекидаем, что ли. Блин, ну тут вообще все хреново, если честно. Так, молот я себе заберу, наверное. И вот так вот сделаю. Не знаю, как-то вот так вот. Я просто люблю порядок, чтобы был. Поэтому у нас всегда должен быть порядок. Так. Вот это. Кстати, пакет на скорость передвижения. О, он вешается на куртку. На шапку. И на рюкзак. Охрененно. Скорость передвижения плюс 3. Так, у меня есть молот теперь. Давайте-ка ремовнем стеночку. Которую тут 4К построил. Твою мать! Кто-то слишком много херакнул туда железа. Так, потушить. Охренеть. Если я сейчас не заметил, блин. Да, там еще есть. Блин. Так, где там ключ для разбора механизмов? Мишка красавец. Ух, ё-моё. Ну вот, единственный плюс, что они вот падают в виде слитков. Это классно. Вот тут уже... Это, конечно, классно. Так, закинем сюда угля. И краснуху. А, не, можно железо. Блин, жалко, что... Да. Так, заберем вот это. И давайте штучек, я не знаю... Вот так, 21. Я думаю, этого нам вполне хватит. Так, стены из железа. Можем сделать? А из камня? Нет. А теперь? Да. Так, ладно. На этом мы тогда, ребят, пока что будем заканчивать. В принципе, да. В следующей серии будем продолжать. Не знаю, получится закатать рейд. Не знаю, но 3 детона, как бы. Хотя вот я смотрю, жир у нас есть. Еще, кстати, краснухи неплохо так. Так что есть вероятность, что рейд-то закатать все же получится.
потому что у нас, в принципе-то, ресурсы есть на все про все. Так что да, ну посмотрим, посмотрим, как пойдет. Блин, тут, конечно, если честно, всего вагон. Так, ну это мне столько не надо. Так, кто там еще? Мне что-то отправили, походу, в Дискорде. Так, движок. Краски разные тут всякой. Причем вообще абсолютно разные. А нет, вот это одинаково. А, они по три стакаются. Причем, да, краска абсолютно разная. Вот это вообще жесть. Абсолютно разная краска. Так, еще бенза немного. Я думал, бенз нам понадобится для этого, но... Ну, для тачки. А, у меня вот эти патры кончились. Для... Вот этого красавца. Так, аптечки еще, кстати, надо скинуть. Где только они у нас лежат. Так, вот 10 штук. 2 я оставлю себе. Мне, думаю, 2 за глаза хватит. Так, жирок можно вот сюда скинуть. У нас его, кстати, не так много, как мне хотелось. Так, сишки, я думаю, они, мне кажется, бесполезные. Поэтому мы, возможно, от них будем избавляться. Ну, есть такая вероятность. Так, ладно, это вот мы пока вот сюда весь такой хлам скинем. Блин, это все разбирать, конечно, слишком муторно, по-моему. Так, у нас осталось 3 пакета регенерации. На что можно? Еще на шапку одеть. На каску. На каску можно одеть. Не, все. Ну, неплохо. Скорость восстановления здоровья идет еще шикарная. Так, тогда пакет мы, наверное, закинем как раз-таки последний вот сюда. Да, чувствуется, что этот железный ящик надо ставить вместо вот этого деревянного. Ладно, ребят, на этом мы пока что будем заканчивать. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Артём. Всем пока.